Доброе утро, меня зовут Дмитрий Военков, и в этом сюжете мы расскажем о стиле винтаж. Наверное, вы слышали такую популярную российскую группу, но в дизайне интерьера это совсем другая история. Итак, в чем особенность именно этого стиля? Я расскажу на примере вот этой замечательной композиции. Посмотрите на нее, вы явно видите налет времени. Хотя на самом деле это решение сделано сегодня современными итальянскими мастерами. Итальянские мастера намеренно создают эффект старения, но при этом мы должны четко обратить свое внимание на замысловатые формы, которые как раз и характерны для стиля винтаж. Для того, чтобы разобраться о тонкостях этого стиля, мы обратимся к профессионалам. Винтаж в переводе означает вино многолетней выдержки. Этот стиль себе сочетает потертости, специальные состаренные фрагменты. Очень часто встречаются в интерьерах в стиле винтаж рамы в состаренных зеркалах, потертых, с налетом краски светлой. Узоры, встречающиеся в интерьерах в стиле винтаж, цветочные узоры, они берутся из действительно существующих различных тканей, нарядов, которые существовали раньше и уже воспроизводятся сейчас на новых предметах интерьера. Посмотрите, например, на оформление этого зеркала, да. На первый взгляд оно может показаться барочным, очень классическим, но что дает нам подсказку? Вот эта легкая потертость, вот это вот навеяние старины как раз и дает ему винтажный характер. То же самое происходит с этим порталом, с камином. И, что интересно, вот эти два элемента, которые формируют симметричную композицию, очень четко подчеркивают этот стиль, потому что они имеют старинные винтажные рисунки. Еще одним важным элементом, которым вы можете усилить эффект стиля винтаж в вашем интерьере, это, безусловно, наличие каких-то мягких, плавных форм. Не забывайте, на каждой детали вашего интерьера должен быть легкий налет старины. Посмотрите внимательно на инсталляцию за моей спиной, вы явно поймете, в чем заключается суть стиля винтаж. Ну а слышали вы о таком стиле, как шиби-шик? О нем мы расскажем в следующей передаче.